С вами доктор Кострик. Почему недоедание так опасно для организма? Давайте поговорим об этом. С пищей мы получаем энергию для организма, питательные вещества, которые обеспечивают правильную работу организма. Недостаток энергии, трудности с концентрацией внимания, депрессии, головные боли, головокружение, обмороки ⁇ это первые симптомы недоедания. По данным ВОЗ, недоедание – это дисбаланс на клеточном уровне между потребностью в питательных веществах и энергии и поступлением этих питательных веществ, которые позволяют поддерживать жизненно важные функции организма. Когда питательных веществ, усваиваемых организмом, недостаточно – Белки, витамины и различные минералы, кальций, железо, цинк, селен и так далее. Организм работает неправильно и может давать сбой. Но если питательных веществ достаточно для правильного функционирования всех жизненно важных функций, тогда последствия будут самыми положительными для организма. Недоедание само по себе является риском для здоровья, а также препятствует процессу выздоровления при всех заболеваниях. Соответствующая, хорошо сбалансированная диета для данного пациента не только помогает поддерживать оптимальную массу тела, но также, и, возможно, самое важное, помогает предотвратить дефицит питательных веществ. И в случае лечения минимизировать побочные эффекты лекарств и изменения образа жизни. Правильно сбалансированная диета также является источником энергии, которая особенно необходима для восстановления сил. В этот период потребность организма в энергии больше. Это нужно в том числе и иммунным механизмом, и процессом восстановления поврежденных тканей. Ключевым источником энергии для человека является белок, который также является основным строительным материалом всех органов. Поэтому специализированные продукты, используемые для профилактики и лечения недостаточности питания, обычно представляют собой препараты с высоким содержанием белка. Они могут быть основой рациона пациента или его дополнением. Важно ввести их в рацион как можно раньше, до того, как недоедание нанесет ущерб организму пациента. Лучше всего применять специализированную диету в профилактических целях, например, в результате длительного лечения или запланированной операции. Даже в случае однократной операции может возникнуть недоедание. Помните об этом. Симптомы недоедания охватывают широкий спектр недугов. В тяжелых стадиях недоедание может проявляться брадикардией, то есть замедлением сердечного ритма, видимыми изменениями внешнего вида тела. Это тусклые, истонченные волосы на голове, запалые щеки, землистый цвет кожи, сухая, грубая, шелушащаяся кожа, отек конечностей, истонченная фигура, потеря мышечной массы. Часто наблюдается сонливость, недостаток энергии, отсутствие или ослабление эмоциональных реакций, то есть затруднение концентрации внимания, депрессии, головные боли, головокружение, обмороки. Перед болезни и выздоровлением недоедание может резко замедлить или предотвратить процесс выздоровления, нарушив функцию иммунной системы. Дефицит основных питательных веществ в некоторых ситуациях является... Критической ситуации для организма недоедание в первую очередь проявляется недостаточным весом и ростом, снижением физической и умственной работоспособности и множественными нарушениями обмена веществ. Сначала теряется жировая ткань, а затем мышечная ткань. Длительное нелеченное недоедание может привести к. К нарушению иммунитета, атрофии слизистой оболочки кишечника и нарушению функции печени. Наиболее важные для жизни органы, такие как сердце и центральная нервная система, защищены дольше всего, но со временем их функционирование нарушается. Следовательно, тяжелое недоедание может привести к необратимым изменениям в организме и даже к смерти. Недоедание – это серьезная проблема, которая может затронуть большинство пациентов в большей или меньшей степени, даже если они не хронически больны. Достаточно хирургического вмешательства. Оно заставит нас провести несколько дней в неподвижности на больничной койке. Ключевым моментом здесь является профилактика и быстрое действие до того, как возникнут серьезные нарушения функционирования организма. Поэтому стоит отреагировать при появлении первых симптомов, например, похудение или подавленное настроение. Помните, прежде чем питаться неправильно или садиться на любую диету, Проконсультируйтесь с вашим доктором, так как у человека могут быть соматические заболевания, при которых та или иная диета может быть противопоказана. Надеюсь, информация была полезна для вас. Берегите себя и своих близких, питайтесь правильно, подписывайтесь на наш канал, и вы услышите еще больше полезной информации. До новых встреч!